Сотрудники полиции и представитель общественного совета при УМВД Денис Мартынов провели для старшеклассников одной из школ профилактическую беседу на тему борьбы с коррупцией. Спикеры рассказали ученикам о понятии коррупция, о разновидностях и формах ее проявления. Говорили о причинах, способах противодействия, а также о последствиях коррупционных действий и санкциях, предусмотренных за совершение данного преступления. В завершение ребята поучаствовали в конкурсе рисунков «Противодействие коррупции». Были выбраны три лучшие работы.